И еще о благоустройстве. В Мытищах продолжается обновление бульвара «Молодежный» по муниципальной программе формирования современной комфортной городской среды. На территории идут работы по демонтажу старых элементов игровых комплексов и тротуарной плитки. Новая детская площадка будет выполнена в эко-стиле. Очень похоже на то, что у нас происходит в парке, то есть из нацилиндрованного бревна, из экологически чистых материалов. Будут, естественно, комплексы, песочницы и ряды интересных элементов, которых нет на других детских площадках. Обновленная детская площадка появится уже в этом году. А работы на прилегающей территории бульвара планируют завершить в 2024 году. Также следующей весной здесь проведут озеленение зоны отдыха.